Заказы на германскую промышленную продукцию выросли в марте выше прогнозов. Об этом говорят данные Министерства экономики Германии, опубликованные в понедельник. В марте было заключено на почти 2% контрактов больше, чем месяцем ранее. Спрос на продукцию немецких заводов был особенно силен на внешних рынках, вне зоны евро. Здесь он вырос на 4,3%. Это произошло благодаря стабильному росту в США и частичному восстановлению китайской экономики. Спрос на внутреннем рынке, напротив, упал более чем на процент. В странах зоны евро спрос вырос только на 1,1%.